Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне, телерадиоканал «Страна ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина, это программа «Лучшая в стране», и здесь только лучшие из лучших. Вы прекрасно об этом знаете. О, что вы сейчас почерпнете из нашего эфира, друзья? Начну вот с какой информации. С 12 по 16 февраля в Москве при поддержке Института Сервантеса, Испанского культурного центра и посольства Испании в России пройдет 4-й фестиваль фламенко «Фламенкура». И я с огромным удовольствием представляю своих гостей. У нас сегодня президент и создатель фестиваля, гитарист, пианист, композитор Алексей Стародубцев. Леш, привет. Добрый день. У нас в гостях певица, лучший голос фламенко России, Татьяна Шишкова. Танечка, добрый день. Всем привет. Ну и Сергей Коняев, перкуссионист. Он и величайший гитарист современности. В общем, мега-музыканты сегодня в гостях. Ну и невероятное событие, которое, я уверена, затронет абсолютно каждого. Во-первых, тех людей, которые очень хотят в отпуск выбраться, очень хотят тепла, солнца, ярких красок. Но пока не могут в силу разных причин себе это позволить. Конечно же, те, которые обожают Испанию, хотя бы раз там были или не были, но мечтают побывать. В общем, фестиваль «Фламенко Фламенкура» — это однозначно то событие, которое должно быть интересно абсолютно каждому. Леш, наверное, к тебе сразу обращаюсь, как к отцу-основателю этого действа. Четвертый раз уже все случится в Москве. Программа очень насыщенная. И, наверное, какие-то подробности мне понадобятся от тебя. Да, программа в этом году, она гораздо шире, чем предыдущие три года. Во-первых, и добавились дети в этом году, добавился отдельное детское отделение фестиваля. И также мы проводим ряд мероприятий, которые, скажем так, мероприятия-спутники, связанные не только с концертами, но также это и мастер-класс, это и встречи творческие, да, и помогают нам в этом наши друзья, и Институт Сервантеса, Испанский культурный центр в том числе, и посольство Испании. То есть в этом году программа вместо трех дней уже у нас не умещается в них, и она будет длиться пять дней. Пять дней, и, надо сказать, в эти пять дней это будут и четыре концерта замечательных, да, сама фестивальная программа, мастер-классы, детский день, как ты уже тоже сказал. Я прям туда пробегусь подробно, я думаю, тоже это будет интересно, может быть, кто-то для себя конкретный день уже выберет и поймет, о, вот в среду там условно я точно пойду. Так все стартует 12 февраля, это вторник следующий, ровно через неделю, торжественное открытие, Испанский культурный центр. Что там интересного? Как правило, что происходит на торжественных открытиях? На торжественном открытии у нас будет небольшая пресс-конференция, вступительные слова, но наиболее интересное, я думаю, это то, что в этом году у нас фестиваль объявлен фестивалем гитары, в общем-то, потому что будет очень много гитаристов, и на открытии в том числе они будут присутствовать и играть. Также, конечно, это Хесус Эль Пучеро, испанский гитарист. И вместе с пятью гитаристами мы исполним небольшое выступление, скажем. О, как интересно. 13 февраля, переходим в среду, второй день уже фестиваля. 20.00, концерт российских исполнителей и коллектива «Фламенко» в джаз-клубе Алексея Козлова. Совершенно верно, это большой сборный концерт из лучших номеров, которые были отобраны по результатам видео, которые нам присылали. И 13-го в джаз-клубе Алексея Козлова они выступят. Это артисты из разных городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, другие города. Это инструменталисты, танцоры и вокалисты, и, в общем-то, множество других артистов. Я так поняла, что здесь, да, вообще нет никаких ограничений, потому что здесь и количество ансамблей этих самых музыкальных, оно тоже может быть абсолютно... Состав, я имею в виду, может быть, да, как по инструментам, как большой. По количеству. Абсолютно нет никаких здесь стандартов. Вообще, надо сказать, что за годы существования фестиваля в нем же принимали участие и большое количество зарубежных гостей и участников. Ну, конечно, это гости из Испании, которых мы приглашаем каждый год. Но они больше как гости все-таки, да, выступают, не как участники. Ну, почему же? У нас все участники в равных условиях. У нас не конкурс, а именно фестиваль музыки, так как конкурсную составляющую мы, в принципе, исключаем. Надо сказать, что заявки принимаются круглый год, да? То есть понятно, что на этот фестиваль, если вдруг какой-то сейчас коллектив, команда или какой-то вокалист, композитор узнал впервые вдруг о существовании такого чудесного фестиваля, он уже не попадает в программу фестиваля, но у него есть точно шанс оказаться участником пятого фестиваля «Фламенкура».
Да, совершенно верно, 5-го юбилейного фестиваля. Ох, а это значит будет еще круче и масштабнее. А, все подробности на сайте, да, как принять участие, видео присылаешь, заявочку. Совершенно верно, все подробности на сайте flamencuraproject.ru. Так, погнали дальше. 14 февраля, день всех влюбленных, и в этот день... концерт детских и юношеских коллективов «Фламенко» mm-hmm. в культурном центре «Вдохновение». Вот здесь вот самые маленькие тоже совершенно будут исполнять верно. «Фламенко». Так как в прошлом году мы получили очень большое количество заявок именно от детей. Конечно, за дискриминацию. Детских mm-hmm. участников, да, mm-hmm. и поняли, в общем-то, что нам придется открыть детское отделение фестиваля. Вот и в этом году у нас участвуют люди от 5 лет, есть участники, до 18. То есть как учебы. Очень большой разброс возраста, и все танцуют. И все в едином порыве, в единой любви к «Фламенко». 15 февраля мастер-класс гитариста Хесуса Эль Пучеро. Да, Хесус Эль Пучеро, это гитарист, это мой первый учитель испанский, который занимался с удовольствием. Ну, значит, по блату попал на фестивале, практически. Понимаю. Разумеется. С удовольствием его пригласили, это великолепный совершенно гитарист. И, он проживает сейчас в Бельгии, да, правильно? Нет, он проживает уже не в Швейцарии. В Бельгии не успеваю следить за его. Про Бельгию мы еще расскажем. Хорошо. Да, он приезжает, он живет в Цюрихе, но родом он из Барселоны. Вот. Помимо этого, я еще хочу добавить, что 15 числа, помимо его мастер-класса, также у нас состоится еще и встреча с великолепным гитарным мастером Павлом Башмаковым. Он представит свои новые инструменты, на которых гитаристы смогут поиграть, послушать музыку, вот и пообщаться. Ну и, соответственно, приобрести, если такая возможность там это уже будет. Нюансы. А это уже, да, договорятся пусть сами там между собой. Ну и, наконец, 16 февраля, заключительный день фестиваля, Центральный дом художника, и это завершается гала-концерт, да, с участием как раз-таки и гитариста Хесус Эль Пучеро. Да. Алексей будет Стародубцев, конечно, и коллектив «Фламенкура», да, потому что здорово фестиваль, он как раз имени коллектива, созданного с Алексеем. Ну, да. Тань, участницей которого ты, конечно, тоже являешься, да, разумеется, вместе. Ну и танцоры, вот, Степан Прибытко, я вижу фамилию, и Елена Ля Грула. Елена Лагруя — это русская танцовщица, которая проживает в Бельгии сейчас. Вот, великолепно танцует, мы сможем насладиться ее танцами в нашем составе 16-го. Также выступит Сергей Коняев на перкуссии, Татьяна Шишкова, Хесус Эль Пучеро — гитара, Алла Высокогорская на скрипке. Вроде никого не забыл. И Степан, да, Степан Прибытко еще будет танцевать также. Ну, ничего, если даже кого-то подзабыли, у нас еще эфир продолжается, mm-hmm. так что мы обязательно расскажем. Ну и что, конечно, тоже немаловажно, я вижу грамоты и подарки. Это, конечно, не для гостей, это для участников фестиваля, я так понимаю. Кстати, что касается вот этих самых подарков, что это будет? Давайте мы оставим это в секрете. На 16-е число. Это будет приятный сюрприз. Если вы отправитесь, да, как раз-таки в Центральный дом художника, друзья, то вы, конечно, увидите, что именно вручают заслуженным и таким желанным гостям фестиваля «Фламенкура». Ну, наша с вами задача, я так понимаю, выбрать интересный день, а лучше, мне кажется, посетить каждый абсолютный день в этом фестивале, потому что один на другой не похож, и все это невероятно интересно, красиво. Достаточно ярко, и мы продолжим подробнее узнавать об этом фестивале, но сейчас я очень хочу попросить наших гостей перейти к музыкальной части нашего эфира, хотя мне говорят, нужно буквально минуточку у нас есть, просят буквально минутку наши звукорежиссеры, дождитесь, пожалуйста, пока поближе к телевизорам, к приемникам своим, ну а вот теперь начинаем. Porque no quiere, pero porque dirán, y dime qué mortal aguanta de esto. Yo solamente guerra y yo busco la paz, los besos que me dan. Yo re
recuerdo. Anda, no ronema, ya que te quiero la nera entrar, que ya la voy. Sentir reír, cantar así, así, de esta manera. Quiero cantar, bailar, gritar que estoy a sole. Y caña y vareta. Pero que mira que tu amor que llama, que tu amor se tiene, que tu amor se canta. Cuando llega el duende, abre la garganta y toca el corazón. Mucho antes se baila y se canta, toca la guitarra, tocando la palma. Cuando se emborracha ni te dice no le quiere y el mejor. Боже, я хотела, чтобы это продолжалось, продолжалось и продолжалось. Спасибо. Браво, это потрясающе. Друзья, это мы с вами фестиваль «Фламенко Фламенкура». Таким образом призываем, приближаем. Он стартует на следующей неделе, 12 февраля. О нем продолжаем разговор с нашими гостями. Что хочу спросить, что мы сейчас услышали? Произведите, пожалуйста, тех, кто, может быть, так глубоко еще не пытался познать фламенко, испанскую культуру. Это был настоящий танго. Такой жанр во фламенко. Вот четырехдольная композиция, которая называется «Тангос». То есть у нее есть реальные авторы, разумеется, испанские? Ну, этот конкретно «Тангос», он авторский, такой современный. Его исполнил недавно на своем последнем альбоме один певец. Такой модный испанский. Энрике Эль Пикулабе. Да. Он сейчас так молодой, такой современный певец, наш современник. Вот. Но в целом тангосы, они бывают самые разные, фольклорные абсолютно. И их точно так же современные исполнители, даже фольклорные, исполняют в своих аранжировках постоянно. Ну, надо же сказать, что Алексей тоже сочиняет. Он не зря же является композитором. Леш, ну ты же абсолютно уникальный композитор в жанре фламенко. Только у тебя 4 альбома авторских. Да. Я все правильно говорю? Да. Да? Так и есть. Вот он, уникум абсолютно сегодня у нас в гостях. Что касается твоих авторских испанских произведений, всегда ли целиком полностью твоего авторства или какой-то происходит, не знаю, некая импровизация, может быть, на какие-то известные испанские уже сочинения? Очень хороший вопрос. Ну, я достаточно много написал музыки фламенко, и в том числе и не только для исполнения на концертах. Это и альбомы, и музыка к фильмам. Вот. Но мы очень любим исполнять и авторскую музыку, и в том числе и произведения исполнителей из Испании тоже с удовольствием. Вот. Но сейчас мы уже близки к тому, что мы пишем не только музыку, но также мы используем уже и авторские тексты. А это совершенно другой этап уже нашего творчества, так как испанские тексты фламенко очень сложно придумывать. Они обладают своей стилистикой, своими нюансами, и люди, которые говорят на испанском не как на родном языке, для них это особенно сложно. Вот. Но мы сейчас, в общем-то, можно сказать, что мы 80% из своего творчества исполняем именно авторской музыки, в том числе и с текстами. А следующий этап, я так понимаю, это уже формирование современной культуры испанского фламенко. Ну а что, так, да. Так и нужно, да, свою музыку туда внедрять. Это очень любопытно. Теперь, что касается музыки, я поняла, конечно, отвечает Алексей Стародубцев за нее, а вот как раз за текст фламенко кто отвечает за авторский текст? Иногда, когда я чувствую в себе достаточно ресурсов, сил, не знаю, мозга на то, чтобы сочинить, я говорю, да, вот здесь я готова написать, у меня получается, я, например, сверяюсь как-то с друзьями из Испании, пишу им, вот, проверьте, ребят, пожалуйста. Угу. Когда ничего не режет слух там вам, да? Совершенно верно, да, это происходит легко, непринужденно, но когда я чувствую, что материал такой, что вот мне не хватит, я прошу, обращаюсь к тем же испанским певцам, и иногда они пишут прям целые идут полотна. Навстречу. Да, ну потому что им очень интересно и приятно, что вообще возникает в России, такой, да, такая прецедент. Любовь. Да, это же настоящий творческий энергообмен. Да-да-да. Последнюю песню, которую я очень люблю, которую написал Алексей, очень люблю ее исполнять. Мы ее исполним на фестивале. Вот к ней написала наша российская танцовщица фламенко текст. Людмила Тюсенкова, да. Да.
Я бы хотел тоже добавить на эту тему, что дело в том, что в любом случае все испанские тексты мы отправляем на корректуру, даже написанные русскими исполнителями, а сейчас это все чаще становится, то есть мы часто вступаем в какие-то коллаборации текстовые с русскими, в общем-то, авторами. Вот. И в любом случае мы их отправляем на корректуру в Испанию, и здесь есть такой момент очень интересный, то, что люди, которые владеют языком, это и певцы фламенко, это разные абсолютно люди, и они по-разному воспринимают тексты. То, что может быть правильно там орфографически и стилистически, да, фламенко, может быть, не всегда хорошо будет звучать. Может резать слух. Как это сложно, момент. Невероятно сложно. Ну, есть сложно. Свои рамки. Как с любой поэзией. Как правила игры такие. Как этот процесс вот, сочинительства, он происходит? Сначала Алексей сочиняет некую там мелодию, ритм, все это задает, и потом уже Татьяна там смотрит, слушает, как-то пытается погрузиться в это все. Или же наоборот, у Тани какие-то строчки, она приходит, Леш, смотри, что у меня тут родилось. Ну, я помню, как это последний раз произошло. Мы сидели на студии. Так. Алексей сыграл мне музыку, на которую нужны слова, и, по-моему... Я говорю, чувствую, будет хит. Да, я, по-моему, спросила, Лёша, а вот какое настроение у тебя в этой музыке? Он мне сказал, вот здесь я хотел бы спеть вот об этом. И мы начали вместе такой мозговой шторм. Какие здесь слова, какие здесь мозговой фразы? Шторм. Шторм. Он же и шторм, но как, конечно. Где-то час. Но там нужно было немного написать, всего один куплетик. По-моему, мы просто сидели, пили чай очень непринужденно. Как бы набрасывали разные строчки, а потом у меня как-то все это сложилось. Ну, Google Translate мне тоже помог, я не скрою. Он всем помогает, я думаю, что даже и ну, короче, это происходит непринужденно, и главное совершенно не бояться просто делать это, потому что все равно потом мы написали испанцам, они нам помогли подкорректировать, и все в порядке. Друзья, коротенькая пауза. Обязательно оставайтесь с нами, потому что будет интересная беседа и, конечно, потрясающее живое исполнение наших гостей. Будьте с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайруллина. Продолжается программа, друзья. Напомню, с 12 по 16 февраля на следующей неделе в Москве пройдет 4-й фестиваль «Фламенко Фламенкура». У нас сегодня в гостях президент и создатель фестиваля, гитарист, пианист, композитор Алексей Стародубцев, Татьяна Шишкова, певица «Лучший голос фламенко России». И это действительно так, вы уже наверняка убедились, если с самого начала нас смотрите и слушаете. И Сергей Коняев, блистательный перкуссионист и гитарист. В общем, музыкант тоже невероятного профессионализма. В четвертый раз уже фестиваль пройдет в столице. Уже за эти годы в нем приняли участие более 200 участников. Все верно я говорю, да, Алексей? Совершенно верно. Не только из нашей страны, но и за рубежа, разумеется, гости. И в этот раз с огромным удовольствием приглашаю всех 16 февраля в Центральный дом художника на гала-концерт, где как раз лучшие из лучших, ну и самые мега-профессионалы. То, что пропустить, конечно, по возможности не рекомендуется, в общем. Алексей, вопрос у меня к тебе, как к президенту, как к основателю этой группы. Здесь вот вне эфира у нас зашел разговор о том, что же раньше появилась команда «Фламенкура», то есть музыкальный коллектив, руководителем и основателем, который также является Алексей, или же фестиваль. Леш, что же у нас выяснилось? Выяснилось у нас, что около 10 лет назад существовал коллектив «Фламенко Ла Рута Вива», который организовала Людмила Тисенкова, танцовщица. И уже непосредственно 4 года назад появился фестиваль «Фламенкура», и тогда мы, в общем-то, переименовали коллектив уже названием фестиваля, чтобы у нас все проходило, так сказать, под одной эгидой. Ну, что касается любви к Испании, я вот предполагаю, так скажем, вопросы. Зрители, которые смотрят, скажут так, что-то я из них троих не вижу никого. Ни одного испанца. Где? Где же они? Что? Как? Или, может быть, сейчас будут рассказывать, что у меня бабушка испанка, у меня дедушка испанец. Нет, это просто молодые профессиональные музыканты, которые в свое время очень полюбили эту музыку. Да, правильно я все понимаю? Если говорить про Алексея, как гласит биография нашего гостя, все началось на первом курсе училища музыкального при консерватории, поездка в Испанию и все. И понеслось с тех пор. Там так еще был какой-то фестиваль, да, на котором тебе удалось побывать? Нет, я просто попал, я попал в Таблау, это место, где показывают фламенко для туристов. Просто я попал сразу в очень качественное и профессиональное Таблау, где были высочайшие мастера совершенно, исполнители. После этого я вот, ну, в тот момент я уже занимался гитарой, но классической, вот, и моментально как-то я переключился.
на эту тему. Ну, почему все-таки именно Испания, именно фламенко? Есть какое-то объяснение? Ты сам себе пытался объяснить? Мне очень нравится музыка. Это единственное объяснение. Мне очень нравится музыка фламенко, ее характер, ее гармоничность, ее определенный нерв. В общем-то, вот и все объяснение. Ну, я так понимаю, что все, ты для себя решил, что всю жизнь ты хочешь посвятить именно этой музыке. Начал в коллектив, да, в какой-то ты попал? Ну, в общем-то, да. Фламенко круг очень узкий в Москве на тот момент был. Сейчас все гораздо шире. Ну, в том числе и благодаря и вам надо. Давайте отдадим должное и смотреть правде в глаза будем. Совершенно верно. Тань, как у тебя было? Расскажи, пожалуйста. По-моему, мне было лет 18, и я уже училась после школы в двух заведениях. Одно было музыкальное, другое просто вуз. И я посмотрела фильм Карлоса Саура, называется «Фламенко». У него много фильмов, посвященных именно этой культуре. Ну, среди нашей тусовки вообще это очень попсовый вариант знакомства с фламенко. Очень многие посмотрели этот фильм, и все потом их как бы как вот просто притянуло. Ну вот у меня именно так получилось. Мне просто подкинули друзья-музыканты этот фильм и сказали, что если хочешь, тут можно еще спеть кое-где. Я тогда просто джаз пела, училась. Просто джаз она пела я тогда? Я просто училась в джазовой музыке, в настоящем джазовом училище. Вот, я посмотрела этот фильм, и, понимаете, это тот самый случай, когда вот как бы у тебя в голове есть какая-то структура, философия, вообще, в принципе, звукоизвлечение там. И тут ты смотришь нечто, где вообще все не так, и все, что ты до этого знал и умел, не имеет никакого значения. Но я не могу это описать, может быть, стоит фильм сам посмотреть, вообще, в принципе, ознакомиться с этим режиссером. Ну и все, мне как-то стало так интересно. Я все. Вот. А правильно я понимаю, Таня, что, во всяком случае, твое мнение таково, что фламенко гораздо сложнее, чем джаз даже? Нет, это не сложнее. Не то. Для настоящих таких профессиональных, популярных певцов это скорее что-то очень антивокальное, я бы сказала. Они бы сказали, что это портит голос. На тот момент мой педагог по вокалу вообще сказала, немедленно прекратите этим заниматься, а то все, что я в вас вложила... Вы все будет... это погубите сейчас. Да, совершенно верно. Она очень запереживала за меня. Но поскольку у меня уже была какая-то такой бэкграунд, могу сказать, что человек, который там, начинал с классики, потом занимался реально вокалом, он не может себе испортить голос вокалом фламенко никак. Ну да, это просто другое. Немножко. Как фламенкура в твоей жизни появился? Я очень много пела фламенко, и вдруг мне позвонил Алексей и сказал, вот я хочу альбом записать очередной. Можешь ли... Это был первый фламенко-альбом, но в целом у тебя это был уже не первый альбом. И вот я говорю, ну можешь мне прислать какую-нибудь музыку? Он мне прислал музыку, мне так все понравилось, что я сказала, ну конечно, хочу. Конечно, я там спою. Ну и с тех пор тоже, я так понимаю, рука об руку, такой очень классный творческий союз получается. Да, мне сразу очень стало интересно все, что Леша делает, и да. Переходим теперь к Сергею. Сереж, ну расскажи у тебя, как... История с Таней, мы вместе учились поближе к микрофону, пожалуйста. В одном джазовом колледже с Таней учились. Так. И там был преподаватель, который играл в коллективе. А ты... Точно, мы в одном колледже. Ты же как гитарист заканчивал? Я не заканчивал, я там учился как контрабасист, бас-гитарист, на отделении бас-гитара-контрабас, а потом перешел на индивидуальные занятия, к тому же преподаватель, который играл в известном коллективе, в первом фламенко, ну, таком значимом коллективе в Москве, Альмас Дель Фуэго. То есть тебе никто из преподавателей не говорил, прекращай-ка заниматься этим, нет, иначе ты нашу школу... Честно говоря, сейчас... это мои, абсолютно мои ощущения, которые я послушал и пошел по этому пути. Мне эта музыка просто... Ну, я просто понял, что это моя музыка по ритму, по гармонии, по восприятию, по перепадам, каким-то контрастам, которые мне очень всегда нравились. Удивительная история совершенно. Я так понимаю, что ты и в коллективе фламенкура появился вместе как раз-таки в тот же самый период, когда эта тема появилась? Примерно в одно и то же время, да. Мне кажется, да. И это уже был не был звонок Алексея, это уже, наверное, был звонок Татьяны, я так полагаю. Нет, это был звонок Алексея. Все-таки лично? Абсолютно совершенно, это был мой звонок. Ну, все-таки как руководителя, да, как, ну, понятно, как, прежде всего, основателя и создателя. Ну, а как хорошо ты, Леша, узнал, например, о существовании Сергея? Это тоже любопытно. Ты уже его где-то видел в каких-то командах, уже какие-то рекомендации поступили? Ну, я постоянно находился в поиске музыкантов для какого-то сотрудничества, и сейчас, в общем-то, постоянно нахожусь в поиске. Это всегда очень приятно, новые лица, когда они появляются
на горизонте всегда очень приятно вместе что-то сделать, поиграть. Вот. И, конечно, наше знакомство вот и с Сережей, и с Таней, оно началось со студийной записи. А это очень всегда хороший способ узнать музыканта. Ох, так проверка как студийная какая, запись, конечно. Это максимальная всячески проверка происходит музыканта. Совершенно абсолютно. Вот. И сразу музыкант сразу, он обнажен абсолютно на записи. То есть как личность, как артист. Ну да, все верно, здесь не поспоришь. Я очень хочу сейчас попросить, чтобы нам включили видео, оно достаточно долгое, но мы минуточки три, наверное, посмотрим, а после чего я, конечно, попрошу вас прокомментировать, рассказать, что это такое. Так что внимание на экран. Quiero ver la luz del día, no quiero ver tus ojos tristes, quiero salir de esta agonía y amanecer tu compañía. No quiero ver la luz del día, no quiero ver tus ojos tristes, quiero salir. В стране продолжается. Мы немножечко убавим звук у этого потрясающего произведения, которое сейчас у всех на слуху. И я очень прошу прокомментировать, рассказать, что это, где это, когда это. Леш, Тань, Сереж, кто возьмется? Это как раз предыдущий фестиваль Фламенкура в Центральном, третий, по счету, прошлогодний. Да, в Центральном доме художника. Вот гала-концерт. Вот так выглядит наш гала-концерт. Прекрасные два певца, кантаоры из Испании, Пабло Олива, Давид де Хосе. Вот сейчас Давида показывают крупным планом. Леш. Да, это одна из наших композиций, именно авторских, авторские. С авторским текстом, с авторской музыкой. Она называется «La Luz del Día». Очень красиво. Да, мы ее очень любим, мы ее много лет исполняем, прям вот не можем никак ее из программы убрать. Каково это, когда испанцы настоящие исполняют твое произведение? Это прекрасное ощущение, так как вокалистов в России очень мало, и когда ты пишешь музыку, ее исполняют настоящие профессионалы канта фламенко, это прекрасное ощущение, никогда не забудем первый фестиваль, когда мы только начали сотрудничать с испанцами, и мы привезли испанского кантаора Рауль Левия, это было великолепное совершенно ощущение, и такой творческий подъем, который до сих пор продолжается. Вот, вот Глеб Окунев играет на гитаре. В этом году у нас гитарист, да, Хесус Эль Кучеро, гитарист. А петь будет Татьяна и немного Света Рудник, такая певица. Татьяна, ну, скажи честно, мужчины испанские в восторге? Смотри, какая роскошная, еще блистательная певица. Спасибо. Самое прикольное, это когда мы на репетиции
вот это все собираем, нашу программу, они говорят: о, красивая песня, так между делом. Ну, так оно и происходит. То есть они материал-то заранее получают, но слушай, когда мы начинаем даже так уже... Поют, такое ощущение, как будто они с детства эту песню знают. Вот правда. А у них там есть возможность немного от себя тоже спеть такого так традиционного. Импровизация, да? Да, да. У них есть всегда такая возможность, потому что на репетициях есть такие моменты, когда частично авторский материал, частично народный, это все переплетается и очень здорово, органично звучит. Вот, вот Сережу показывают. Прекрасно. Видим, конечно, вот видим, так сказать, золото тарелок. Я вообще, знаете, конечно, не берусь утверждать это, но мне кажется, что есть такие люди все-таки, которые думали всегда, что фламенко — это все-таки танец. Да, конечно, да? Прежде всего так думают в России. Вот почему-то так сложилось. Не знаю уже, кого сейчас винить, искать виноватых, где поэтому, но как-то так исторически, правда, сложилось. Но ведь на самом деле, давайте расскажем, что такое фламенко, если уж ну, на самом деле, вот Сережа Коняев очень много на эту тему размышлял. Так, Сережка, к чему ты пришел в своих размышлениях? Скажем, если исторический момент брать, да, или такой экскурс, да, во фламенко, вообще он состоит из трех основных частей. Это гитара фламенко, это танец фламенко и это вокал фламенко, который называется канте, да. Но сейчас фламенко уже обрастает какими-то новыми красками уже давно, ну, скажем, последние лет 20 он оброс благодаря коллективу там Пако де Лусии. И его последователям. И да, конечно, и его последователям, я думаю, и мы последователи тоже. Ну, прежде всего, канте, я думаю. Абсолютно, все-таки новыми вообще красками. Все начиналось с пения, конечно. Все начиналось, ну, да, все начиналось с пения. То есть все-таки сначала был вокал, потом уже танец, ну и дальше уже... Потом так любой гитара, фольклор. Потом танец. Инструментальная история, да, как любой фольклор как начинается этого всегда с песен. Да, с песен, пения, которая иногда подчас не нуждается в аккомпанементе. Фольклор, он... как бы и в Африке фольклор. Просто есть... Хорошая есть, цитата, но... просто дня Татьяна у нас знает сегодня не понаслышке. Я знаю не понаслышке. Я была и в Африке, и в Испании. Ну, подожди, значит, ты могла увлечься очень серьезно африканской музыкой, но этого не случилось? Это отдельный разговор, я увлеклась и была там не раз. Но просто сейчас мы про Испанию. Конечно, в любом фольклоре все начинается с мысли, которая выражается вот эмоциональным пением. И то, что все думают, что это только танец фламенко, это, к сожалению, неправда. И фестиваль Фламенкура тому подтверждение, так как он сосредоточен на музыке. Конечно, фламенко. Это единственный да фестиваль в России, на который могут приехать такое количество музыкантов, именно выступить музыкантов со своей музыкой. Да. Не как аккомпаниаторы танцорам, а как солисты. Вот в этом смысл. Ну и танцоры, конечно, тоже ну, конечно, без танцев все-таки, ну никак, невозможно себе представить фламенко. И надо сказать, есть чудесный проект «Фламенкура Project», правильно я все говорю, да, целый сайт есть, очень легко его найти в поисковиках во всех, и это вообще целая культура фламенко. Там, пожалуйста, тебе обучение, есть возможность хоть маленьким, хоть взрослым учить танец фламенко, обучаться игре на гитаре. Там проводятся и мастер-классы, и вебинары, и, конечно, вся информация о концертах и так далее и тому подобное. И, Леш, я так понимаю, тоже твое детище? В основном. Безусловно, да, безусловно. Мы, в общем-то, с командой людей, коллег, друзей, да, в общем-то, расширили все это до такого состояния, что можно и говорить об обучении, и о концертной деятельности, и о тех же вебинарах, которые сейчас так популярны, да, то есть понятно, что время не стоит на месте. Конечно. И приходится уже этим заниматься тоже, как бы. Хотя, конечно, ничто не заменит настоящих уроков, настоящих классах, те, которые брали мы в Испании, когда туда ездили, да. Конечно, мы никакими вебинарами раньше не занимались, да, а только лично. Да, времена другие опыт, были. Конечно, общение. Другие времена были. Как вам кажется, вот по ощущениям, поскольку вы давно увлечены фламенко, вот тогда и сейчас чувствуется ли увеличение, не знаю, поклонников этой музыки? Или как-то примерно держится все в одних цифрах? Чувствуется. Ну, это у всех коллективов по-разному, потому что... артисты такого, такой узкой аудитории, у нас все-таки не такая широкая аудитория, но как бы в нашей тусовке артисты по-разному готовы представлять свой материал. И они готовы идти на разные уступки, иногда жертвы, в общем, на разные компромиссы. Если компромиссов очень много, то аудитория, конечно, супер широкая. Даже не знаю, как это описать. Ну, компромисс какой, например, только танец, например. Ага, или какая-нибудь коллаборация, может быть, с каким-то рэп-исполнителем. Или, да, с рэп, с поп-исполнителями российскими. Сейчас куча сериалов снимается в России, и в очень многих сериалах наши танцоры принимали участие. И, по-моему, даже Сергей снимался. Да-да.
Я тоже, кажется, в одном сериале снималась, насколько я помню, пару лет назад. В общем, вот так. Если это делать, то аудитория все шире и шире. Если быть очень узконаправленным, то, извини, получаешь... Небольшую зрителей. Совсем аудиторию, да. Я очень хочу перейти сейчас к живой части, к живому исполнению нашего эфира, снова попросить вас исполнить и, конечно, рассказать, что это будет. Это будет «Алегриас». Музыку написал Алексей. И мы начнем с его авторской летры. Потрясающе. Gitanita, ay, por tu amor me muero. Si no me mira y no me da un beso. Pero cuando suena la cuerda de mi guitarra, la cara de mi gitana se pone color de rosa. Хотите еще больше фламенко, тогда обязательно посетите 4-й фестиваль фламенко «Фламенкура». Особенно обратите внимание на 16 февраля на гала-концерт, который состоится в Центральном доме художника. Потрясающая композиция. Я еще раз выражу прямо вам свой восторг, потому что это очень круто. У нас прямо сейчас просто необходимо сделать небольшую паузу, и очень скоро мы вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Мы продолжаем говорить и по предстоящий фестиваль «Фламенко Фламенкура», который на следующей неделе уже в четвертый раз состоится в Москве. У нас с вами есть возможность посетить этот фестиваль, ищите всю информацию в интернете, там есть подробности. 16 февраля замечательный гала-концерт с участием лучших коллективов России и будут потрясающие гости из Испании. В общем, самое главное запомните – «Фламенкура». Все очень просто. Очень «Фламенко». Просто. Танечка, у меня вопрос к тебе. Да. Понятно, мы уже все навсегда влюбились, и забыть уже это никогда не сможем. Теперь будем следовать за тобой, за новинками, за композициями, сочиненные совместно с вами, с Алексеем, сыгранным Сергеем и всей командой «Фламенкура». Я вот смотрю на информацию, которая есть о тебе. Да. Ты успела посотрудничать с огромным количеством музыкантами, танцорами, фламенко из Испании, Аргентины, Мексики. Да. Может быть, кому-то что-то скажешь, эти имена, значит, Адриан Санчес, Хавьер Гомес, Хесус де Утрера, Себастьян Санчес, Хуан Агире, Хуан Дире Барос и так далее, тому подобное. Господи, сколько еще прекрасного предстоит открыть в этом мире. Я завидую сама себе, если честно. Когда ты успела, кто эти люди, где ты их находила, или они к тебе обращались? Вот когда, это такой вопрос. Когда узкая тусовка музыкантов, то если приезжает испанский танцор, например, сюда с концертами, для организаторов очень часто встает вопрос ребром вести его музыкантов так. В Россию. Тупо цель или, экономии. Или посмотреть, кто у нас есть в Москве там, или в соседнем каком-нибудь городе. И, ну, как правило,
так получалось, а кто, что... если у нас один голос, лучший голос фламенко России, конечно, Татьяна Шишков. Ну, все. То есть иногда, на самом деле, танцоры настаивают и говорят, нет, у нас вот программа очень сбитая, цельная и так далее, и мы едем только со своими ребятами. А иногда танцор смотрит наше портфолио и говорит, мне все понятно, все в порядке, мы сделаем мою программу с музыкантами из России. И вот так происходит каждый раз. Ну, скажи нам по секрету, пожалуйста, вот в целом артисты фламенко, они, ну, вменяемые, хорошие люди? Или... Хорошее или слово. Или специфические достаточно? Может, у них есть какая-то они особенность? Специфические. Какая-то? Они абсолютно специфические, потому что надо учитывать, что любая южная страна, солнце и вообще совершенно другой образ жизни, когда с 3 до 5 сиеста. Да. Это совершенно другое. Отпечаток свой накладывается. Совершенно другая, да, выработка серотонина и все такое. И совершенно другой темперамент. Ну, правда, они никуда не торопятся. Они, у них слово, например, там, данное слово или я буду, я должен, совершенно другое означает. Ну, я бы сказала, означает несколько другое. Договоренность — это тоже такая эфемерная штука. Ну да, но они просто другие, надо это понимать. Я поначалу негодовала, когда я вызывала такси себе там за пару дней в Испании, в аэропорт, и оно не приезжало. Но потом я поняла, что на самом деле надо просто быть в потоке вот с этими людьми и переключаться из московского режима, где все работает 24 часа в сутки, на испанский, когда в 5 часов вечера уже ничего не работает на улицах, соответственно, все отдыхают, идут в кафе и вот. Кстати, я хотела спросить, раз такая любовь у вас к Испании, к фламенко, ну уже понятно, ее не задушишь, не убьешь эту любовь, что называется. Ну, неужели не было мысли тогда взять и переехать, жить в Испанию и там творить с утра до вечера? А все очень просто. Можно же быть прагматиком и представить, что это будет за жизнь, что там делать. Ну, хорошо, вот я пою фламенко. Я, скорее всего, не выдержу конкуренции. Ну как, ты вот звонишь, например, Хосе Сьерре Флоресу и говоришь, вот так, мол, и так, еду. Хосе Сьерре Флорес мне говорит, слушай, я только что из Аргентины-то переехал, мне бы где-нибудь самому себе работу найти. Ну, просто Хосе, вот он из Аргентины, у него сейчас времена совершенно другие, он точно так же пытается закрепиться на испанском рынке. И сам ждет рынке, звонка от Алексея, и не прочь получить звонка, да, принять участие. И сам ждет звонка из России, чтобы его и по России повозили, и по Японии. Сейчас такое направление тоже очень популярно. Дело в том, что конкуренция в Испании очень большая. Это нормально, конечно, она там есть. Я бы сказал даже, что она огромная. Беспощадная. То есть конкуренция абсолютно беспощадная. Да, опять же, есть музыкантские войны цыган и каталонцев, например. Что-то из черных и белых. То есть это абсолютно нормальная ситуация. И тут мы такие приезжаем. Конкуренция очень большая, то говорить еще о приезжих артистах. И говорим, ну-ка, давайте-ка сейчас. И есть еще другой момент, то что наше исполнение и наш подход, он абсолютно другой. Ну, академический какой-то. И он очень отличается от их подхода, а испанцы народ консервативный достаточно, и они иногда воспринимают это очень враждебно. Болезненно и враждебно, даже знаешь, что страшнее. Музыка. Да, да, да. Все понятно, этот вопрос закрываем. Тем более, что нам, правда, очень нравится то, что вы делаете, и делаете красиво вот эту вот фламенко у нас в стране. Давайте посмотрим еще видео потрясающее. Расскажите нам, пожалуйста, что это будет такое. Запустите. Очень прошу. Понимаешь, что это тоже, наверное... Так, это тот же год. Прошлый. Да, это третий фестиваль. А, сейчас будет... Сейчас будет Continuous. Это достаточно лирический, но при этом веселый и жизнеутверждающий жанр фламенко. Здесь у нас танцевал Степан Прибытко. Как раз мы его увидим также тоже, да? Да, 16 февраля. Этот Continuous я написал специально для него. Вот, поэтому, в общем-то... Поэтому он выглядит здесь достаточно органично. Красивый получился танец. Ну, я не знаю, это, наверное, вообще великая честь для танцора, когда специально для тебя композитор сочиняется. Это бывает нечасто. Так же, как и хороший танцор специально танцует в твоей пьесе. Это абсолютно равнозначные вещи. Я поняла, что фламенкуро — это вообще такой коллектив очень специальных, очень талантливых людей. Все не случайно здесь совершенно, все очень-очень на что-то высоком случайно. Уровне. Начинает, конечно, маэстро сначала. Он как-то... Мита, мита,
Да, я говорю о том, что этот куплет, который сейчас поет Давид де Хосе, это наша авторская летра. Текст к ней написала Людмила Тюсенкова, музыку я. Здесь говорится о любви к цыганке, конечно же. Знаешь, что вызывает, конечно, уважение. Текст выучен. Все-таки, несмотря на то, что такие артисты, и песни не из их репертуара, и могли бы позволить себе пипитр какой-то, да? Но в этом и есть прелесть, то, что артист пропускает через себя это и поет. Ну, у них было время, конечно, материал им был выслан заранее. Ну вот мы видим, наконец-то, фламенко танец. Да. Да, такой достаточно консервативный стиль. Да, Степан танцует стиль в цыганской манере. Степана. Очень много дробей. И это называется консервативным, скорее, стилем по-цыгански, когда корпус такой очень прямой, а дроби как раз, ну, их будет действительно много в этом танце. Таня, ты же наверняка тоже танцуешь фламенко. Знаете, я пыталась давно, лет 10 назад, я пошла к своим знакомым на класс по танцу, но через 3 занятия я поняла, что это не мое. Так же, как и я. Вообще. Сереж, ну тогда у тебя должно все сложиться. Было хорошо с фламенко, с танцем? Нет, я пробовал тоже. Мне причем Степан один раз подарил настоящие каблуки. Ух ты. Отдельно без обуви. И даже они не помогли. У нас один размер ноги, поэтому подошел. Ну я попробовал. Интересно. А Степан тебе свои подарил? Да, свои. Ну, разумеется, не надо. Очень большую роль у фламенко играет так называемый пальмас, это хлопки, это как их называют в России. Вот сейчас мы видим, что два певца одновременно хлопают определенные ритмические рисунки, и это создает ритмическую канву, на которой, в общем-то, по сути, все и основывается. И очень важно, чтобы пальмерос, да, люди, которые хлопают, они это делали первоклассно. Слаженно и ритмично, и чтобы это вписывалось в общую аранжировку музыки. Ой, это невероятно красиво. Это столько красиво эмоций вызывает, да. И очень хочется, правда, вживую это посетить, правда, фестиваль красиво. Фламенкура. Я хочу спросить у тебя, Алексей, как у президента, основателя фестиваля. Скажи, пожалуйста, твое видение дальнейшего развития фестиваля, чего бы тебе хотелось, чего бы вам всем хотелось, как участникам коллектива Фламенкура и как непосредственным участникам и организаторам фестиваля? Давайте так. Мы не будем сейчас, конечно, обсуждать всякие прозаичные финансовые вопросы, трудности и так далее, и как бы жаловаться грех, в принципе, я считаю. Вот. Но, конечно, нам бы хотелось привозить больше музыкантов и из Испании, и, может быть, сотрудничать и с музыкантами из России больше, но, к сожалению... Кстати, вы их за деньги везете? Кого из них? Вот, например, Хосе. Конечно, да? Он все-таки едет за гонорар, конечно. Понятно. Вот, ну хотелось бы, конечно, больше сотрудничества, да, больше артистов, больше музыкантов. В том числе есть люди, которые в России хотят участвовать в фестивале Фламенкура, но, например, из города Сургут очень далеко и дорого. Да, добираться, путешествовать, конечно, в Москву, а фестиваль, к сожалению, не может пока себе позволить оплатить там перелеты участникам и так далее. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы расширяться в этом направлении, так как мы первые 3 года вот, мы сосредотачивались на певцах, сегодня мы везем гитариста, да, mm-hmm. на сегодняшний день, хотелось бы возить и других инструменталистов также, вот, поэтому прежде всего, вот, конечно, с этой точки зрения хотелось бы расширить свои возможности, скажем так, но они, в общем-то, и без того постепенно становится все шире. А мне бы хотелось, чтобы мы с нашей программой поездили и по Европе, и по Азии, особенно в Японию, я бы хотела обязательно заехать. Ну, а в Африку, в любимую твою, мы в уже Африке выяснили. В Африке вряд ли оно пойдет. Разве что на Занзибар. Ну, на Занзибаре, может быть, есть там один фестиваль такой музыки, но Африка не обязательно. Европа, Азия — это очень интересно. Азиаты просто с ума сходят по фламенко. Если вы видели, сколько приходит китайцев на мастер-классы по фламенко, это просто... Японцы тоже, да, очень развиты. Японцы просто впитывают, как губка это фламенко, танцуют иногда техничнее, чем испанцы. Испанцы сами в шоке от них.
Это правда. И поваиваются, я так думаю, уже даже где-то, что они скоро станут гораздо круче в этом смысле. Сереж, твои пожелания фестивалю и коллективу? Мне хотелось бы, чтобы мы привносили в эту музыку свой индивидуализм, чтобы мы не копировали ничего, а мы привносили в эту музыку себя и свои какие-то особенности национальные. Чтобы мы не свои именно не были русские, похожи, национальные, мы, славянские может, какие-то? Может быть, почему нет? У нас хорошая мелодика. У нас конечно, никто не спорит, да. Прекрасные музыканты, которые, у которых необъятный взгляд на некоторые вещи, которые просто очень талантливые. Поэтому, я думаю, это путь, по которому можно идти. Ну, по мне так. И Сергей, собственно, идет по этому пути, так как абсолютно. Он 13 февраля в джаз-клубе Козлова исполнит свою фирменную пьесу. Это вариации на тему «Русского мороза». Это коллаборация испанской и русской темы, которая великолепно совершенно выполнена в лучших традициях испанской музыки. Это правда. Я слышала. Приходите. Друзья, я вам хочу искренне сказать, невероятное счастье находиться здесь и общаться просто со своими современниками, которые молодые, очень талантливые, невероятно увлеченные, с большими, красивыми, очень планами, целями. Очень хочется, пусть все ваши желания обязательно исполнятся. Спасибо. Я хочу пожелать, спасибо. Алексей, твоя музыка должна звучать в Испании обязательно на красивых концертах. На телевидении, не знаю, и в клубах, в обработке диджеев и так далее, и тому подобное. Танюш, твой голос тоже. Хорошо. Ну и, конечно, с гитарой, с перкуссией, Сергей. Я вас благодарю за нашу встречу. Говорить еще можно бесконечно и долго, а мы лучше с вами встретимся и как-нибудь через какое-то время продолжительное. Обязательно я знаю, что вам будет что рассказать, через потому год, что помимо даже фестиваля «Фламенкур», нет, ну у вас же огромное количество концертов, выступлений, просто перед каким-то из них вы обязательно придете нам что-нибудь расскажете. Можете сейчас пригласить, обратиться к публике, к стране, на фестиваль что-то добавить, может быть? Да, мы бы хотели еще раз всех пригласить, обозначить время и даты. Точный фестиваль пройдет с 12 по 16 февраля. 12 в 19:00 открытие в Институте Сервантеса, торжественные речи, фуршет. Небольшое выступление гитаристов и Хесус Эль Пучеро, конечно. 13 февраля джаз-клуб Алексея Козлова, начало в 20:00, торопитесь покупать билеты, они практически закончились. 14 февраля детское отделение фестиваля в концертном зале «Вдохновение», где выступит, будет большой развернутый концерт детских коллективов. А, кстати, ваши ученики будут там выступать, вот «Фламенкур» и «Проджект»? Дело в том, что 14-го будут только танцевать. Это танцевальный концерт. Да, в том числе Наши музыкальные ученики будут им аккомпанировать. Да, и танцоры тоже будут. Все, хорошо. 15 февраля в Институте Серванса Испанском культурном центре также у нас мастер-класс гитариста Хесуса де Хоакин Эль Пучеро и встреча с мастером гитары Павлом Башмаковым, который представит свои новые инструменты. И 16, конечно, февраля Центральный дом художника, 18:00, начало концерта, коллектив «Фламенкура», Елена Лагруя, Степан Прибытко, Хесус Эль Пучеро и... В общем-то, все музыканты, мы, да. Всех приглашаем. Еще раз торопитесь, еще раз прошу, покупать билеты. Очень важно занять правильные места для того, чтобы максимально красиво воспринимать. Конечно, погрузиться в атмосферу. Чтобы никто не отвлекал никакие. Ну, конечно, видите руки Сергея. И поближе слышать голос нему. Татьяны. Да, ну и, конечно, и слышать артистов. И Алексея, и других замечательных, талантливых участников этого фестиваля. Искренне желаю вам успехов, как музыкантам, так и, конечно, организаторам фестиваля. Еще спасибо. Раз благодарю вас. И ни за что не отпущу без исполнения. Еще. Mama, mama, mama.
Спасибо, друзья. До новых встреч. Ждем вас с огромным удовольствием. Мы на следующей неделе на фестивале Фламенкора в Москве. Да. Спасибо. Всего доброго. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».